машины, которые они оснащены дополнительными баками и могут покрывать расстояние в 1000 километров. Это для нас это вот именно та машина, которая подходит нам максимально на сегодняшний день. Плюс силовые установки, которые могут работать в разных температурных режимах, а в ночное время, потому что мы ворачиваемся либо рано утром, либо вечером поздно. То есть вот машина, вот эта машина, которая представлена здесь вам на обозрение, она соответствует именно тем требованиям и запросам, которые нам необходимы. Очередные 4 вертолета мы постараемся сделать в первом полугодии, поскольку задача по пожаротушению стоит именно в летний период. Ну, главная задача на сегодняшний день – это вернуть веру коллектива, что он может работать, и вернуть славу Казанского вертолетного завода. Вернуть тех людей, которые по разным причинам покинули коллектив. Без них будет очень тяжело. Кадровый вопрос сегодня стоит серьезно.